Сейчас я вам покажу, как можно, во-первых, из подручных средств сделать формочку из фольги для бисквита, либо как обернуть им кольцо. Так, начнем с кольца, самое простое. Отмеряем небольшое расстояние, примерно, думаю, тут сантиметров 15-20. Кладем лист фольги, на него ставим формочку. И вот так вот начинаем заворачивать. Мы обернули колечко. И оно у нас металлическое, поэтому нам не жалко, можно даже выровнять его об стол. Все. Кольцо можно оставить внутри. Если у вас больше бисквитов, то вытаскиваем его и делаем новые формочки. Вот такая формочка. Теперь я расскажу, как сделать без кольца такую же формочку. То есть, в принципе, для бенда достаточно такой. Для большого торта, к сожалению, недостаточно. Отставляем это в сторону. Берем, вот у меня какая-то непонятная болванка. Она примерно 10 сантиметров, я ее даже померила линейкой. Я делаю все то же самое. Я открываю фольгу. В центр ставлю эту болванку. И начинаю ее аккуратно обворачивать. Главное не переусердствовать, потому что нам придется ее вытаскивать. Иначе мы туда ничего не сможем залить. Да, она будет не идеально ровная, как кольцо. Но это лучше, чем ничего. Убираем острые края, которые нам мешают, выравниваем и теперь аккуратно раскрываем, будем пытаться ее вытащить. Она у нас не идеально ровная, как я уже говорила, поэтому придется немножко ослабить. Вот, подцепили, вытащили. У нас получилась такая, но тут ничего страшного, просто руками, как будто бы из пластилина лука или из глины. Закрываем края. Вот, у нас получилась формочка. Да, она отличается от этой. От этой она не такая ровная, но бисквит в ней выпечь можно. И если у вас нет такой болванки, или вы не можете ее сделать, то находите дома какую-нибудь банку сантиметров 10, можно сантиметров 9-8, но не больше. Берете ее и также лист фольги, банку в центр, начинаем заворачивать. Банка высокая, поэтому будет ровная у нас поверхность. Оборачиваем, надавливаем. И можно также аккуратно пламя рассыпать. Я рассыпала. Так. Аккуратно покатать ее. Такое колечко у нас получилось. Тоже ровное. В принципе, оно идентично первому. Размеры, кстати, ой, классно, у меня оказывается на 10 сантиметров тоже. Размеры идентичные. Если что, такие баночки я покупала в Корифлее. Так, все. Кольца мы с вами делать научились. Поэтому давайте пойдем дальше. Увидимся в следующем видео.